Что касательно нифака, что касательно лицемерия, Аллаху алим, вот, кстати, вот хотел спросить, там написали вы лицемерие скрытое и явное. То есть такое, если честно, такого понимания, то есть скрытое и явное нет в шариате. Есть лицемерие аль-акбар валь-асгар, так же как ширк. Большое лицемерие и маленькое лицемерие. Вообще лицемерие, понимание его, как ученые его трактуют, это что такое? Это когда человек показывает одно на людях, а наедине делает совсем другое, противоречит этому. Вот это вот описание, так скажем, в двух словах лицемерия, которое дали ученые. Идхару шейва и бталю шейт. Когда ты одно показываешь, а наедине, когда остаешься, ты совсем другой человек, совсем другие вещи делаешь. И он делится на два, на две категории. Ученые говорят, аль-акбар, большое лицемерие, валь-асгар, и маленькое лицемерие. Так же, как ширк. Есть большой ширк, малый ширк. Некоторые ученые добавляют и свой тафсир, говорят, акбар, большой лицемерие, называет его нифак аль-и'тикади, слово акида, и'тикади. Нифак и'тикади, связано с вероубеждением, убежденность. Второе, нифак аль-амали, нифак лицемерие, связано с делами. Первое, нифак аль-и'тикади, тот нифак, то лицемерие, которое связано с убеждением, يخرج العبد من الملة الإسلام, выводит человека из ислама. То есть человек выходит из ислама. Это когда его сура, Аллах Субханаху в Коране говорит: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Всевышний Аллах Субханаху говорит: из людей есть такие, которые говорят: мы уверили в Аллаха и в судный день. Всевышний говорит: но они неверующие. Субханаху ва тааля. То есть они говорят: мы уверены в Аллаха и в судный день, но они неверующие. Это о ком говорит Всевышний Аллах Субханаху ва тааля? О мунафиках, о лицемерах, которые лицемерят большим лицемерием. Именно большое лицемерие и атикад, это как его картинка, когда человек говорит: я верю в Аллаха, в посланника Аллаха и так далее, верю в там, говорю, что ислам это хак, истина и так далее, среди одних людей, но когда находится среди других людей, он говорит: ислам это ложь, Аллаха астагфирулла нету, валь-аяду билля, там посланник Аллаха, то есть это Мухаммад не является посланником, и тем самым он это подтверждает своим сердцем. Вот это биля хиляф, нет разногласия, что если у человека есть такой спаси нас всех, Всевышний Аллах Субхану Тааля, такой лицемер, то он выходит из ислама. Кто такой лицемер является, он выходит из ислама. И шейх аль-Ислам написал, какие же бывают также виды большого лицемерия, когда человек не верит в то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, когда человек не верит в некоторые вещи, с чем пришел посланник Аллаха, верит, в другие не верит, это тоже большое лицемерие, выводит его из ислама. Когда человек враждует против религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, когда человек не любит, когда Всевышний Аллах, субхану ва тааля, дает помощь верующим, он в этот момент, он, ему не нравится это, что, альхамдулилля, там у верующих все хорошо и так далее. И когда Всевышний Аллах, когда человек не переживает вообще ноль, когда есть зульм, притеснение религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, это некоторые из видов большого лицемерия, если это на уровне сердца. Если у человека, даже если он делает намаз, читает, даже если он постится, то это является большим лицемерием, из которого выходит человек из ислама. И вернуться обратно, сказать шахаду, взять гусль и обратно вернуться в ислам и очистить свое сердце. Второй вид лицемерия – амали, делами, который вид, так скажем, может быть, это имелось, Аллаху алям, скрытое лицемерие, но это маленькое лицемерие. Если человек совершает это лицемерие, он не выходит из ислама, он только впадает в грех. И большинство вот из мусульман вот в этом лицемерии. То лицемерие, которое делами. Какие же лицемерия? Ученых тут много мнений по поводу этих лицемерий, которые человек делает делами. Ссылаясь на хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Айятуль мунафиқи салат, иза хадаса казаб, ва иза ваада ахлаф, ва иза тумина хан». Так скажем, аяты, знамения лицемера, они три. «Иза хадаса казаб», если он говорит, он обманывает. «Ва иза ваада ахлаф», если он обещал, то не выполняет обещание. وَإِذَا تُمِنَ خَانْ, если ему что-то доверили, он нарушил это доверие. То есть, субханаллах, человек обманывает, постоянно на его языке обман. Субханаллах, есть такие люди, субханаллах, до того обманывают, то что, субханаллах, думаешь, тут же можно даже было не обмануть, зачем ты тут обманываешь? Все равно обманывают, уже все, он же привык к обману. Если он что-то обещал, он не выполняет обещание. Часто тоже встречаемся мы с этим, субханаллах.
Опять же, вот раньше вот наши отцы, наши там, которые постарше поколения, субханалла, даже вот братья, машалла, недавно, вчера у нас такой был вопрос, мы разбирали по шариату, братья Галга, Вайнахи пришли и так далее, они говорят, что вот для меня вот понимание, я слово сказал, все. И так раньше всегда у нас было, субханалла. Все, мусульманин сказал, все, это, как говорится в Дагестане, железно-бетонно, это должно все уже быть, обязательно этот человек должен выполнить. Но сейчас, субханаллах, человек кидается направо-налево словами, обещает, и все, нарушает свое обещание. И когда ему что-то доверили, он нарушил это доверие. То есть человеку, например, доверил. Сейчас аманат тяжело говорить. Один брат говорит, субханаллах, брат, аманатом только не говори. Хорошо, все, бисмиллях. Потом другому приходит, аманатом, аманат. 20 человек, все знают, он говорит, аманат. И потом один его аманат нарушает, говорит, субханаллах, так, говорит. Потом говорит, слушай, да ты же, мы сказали же, это аманат. Он говорит, субханаллах, ну ты же сам этот... Ты же мне же сам же сказал, что это там анат этот. Ты же сам его нарушил. Он говорит, хорошо, но я же для тебя сказал. Ну даже, смотрите, братья и сестры, если даже человек сказал аманатом тебе говорю, но другому рассказывает, если тебе было аманатом, у тебя нет права нарушить этот аманат. Это то, что тебе доверили. Или, например, брат говорит, субханаллах, положил один, валлахи, такое было. У нас один брат говорит, субханаллах, вот одного брата привел, говорит, вот мы хотим разобраться по исламу и так далее. Что, субханаллах, я говорю, там нужно было мне... пока, говорит, переезжал в другую квартиру, свое имущество положить там у него одного брата. Говорит, да давай, у меня положи. Потом приезжаю, говорит, а ты мне ничего не оставлял. Говорит, как так, говорит, как так, говорит, взял, просто он его, брат брата свой кинул, можно сказать. Говорит, как так, говорит, а ты вот, все, я, говорит, не знаю, как вот мне доказать сейчас. Там невозможно доказать, и оба они клянутся вот на Коране, то, что тот, говорит, я оставлял, говорит, я ничего не брал. Субханаллах, когда ты видишь такие вещи, ты... тяжело тебе становится. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, когда делал хиджру из Мекки в Медину, его, одно из его имен было Амин. Тот, кому можно было доверить. И его враги, те, кто с ним воевали, он перед тем, как сделал хиджру, он раздал, разнес все, что ему оставляли, доверяли эти мушрики. Язычники, он вернул им их аманат и потом только сделал хиджру. Даже по отношению к своим врагам. А что говорить уже по отношению верующих к верующему? Вот эти вот вещи, амаль, если, ну да, человек, если эти дела делает, то в нем есть лицемерие. Но, однако, нельзя его назвать лицемером. И нельзя сказать, что ты лицемер, ты вышел из ислама. В другом хадисе сказано 4 вещи. Еще добавляет пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, «Иза кэна фи арбах хисаль», если в ком будут 4 вот эти вещи, то он полный лицемер, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, если говорит, обманывает, если обещает, не выполняет обещание, если ему что-то доверили, он нарушает это доверенное, то, что ему доверили. И четвертое, «Иза хасаля фаджар», «Иза хасаля фаджар», если он спорит, то он грешит в этом споре. Имейте в виду, что если, например, бывает какой-то раздел имущества, и человек, например, спорит и так далее, то есть, и тем самым ему хак по исламу, например, положена такая только часть, такая-то доля, но он превышает вот это и забирает больше, чем то, что ему положено. Это тоже одно из качеств лицемерия. Но большинство мнений ученых, то что если все вот эти вещи человек сделает, он не является лицемером, но он является грешником. Почему? Потому что ученые говорят, касательно иман, что такое иман? Это вера, а противоречит ему иману лицемерие. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-иман бид'у ситтуна шу'аба». Иман делится на 60 с лишним частей. «А'ляха ла илляха илляллах». Самая высшая степень имана – «ла илляха илляллах». «Ва аднаха» – самая низшая степень веры имана – «иматату ла'адза ани тариq». Если человек нашел какой-то мусор на дороге, то, что мешает людям пройти, он убирает, выкидывает это. Это тоже из имана. «Валь-хая уминаль иман» – и застенчивость, стеснение, вот эта вот скромность – это тоже из имана, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он тут три, здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ла илляха илляллах» – самая высшая степень – это иману биль-кальб, и'тикад. То есть когда говорят «Ла илляха илляллах», мы полностью сердцем верим в это. «Иматату ля'ада ани тариq» – собрать что-то рукой – это то, что ты делаешь делами, своим джаварих, то, что ты делаешь своим телом. «Валь-хая уминаль иман» Хая имина иман это когда ты стесняешься сердцем, то стеснение у каждого сердца. А когда ты говоришь ля илляха илляллах, произносишь языком. И вот этот хадис, братья и сестры, это далиль на что такое иман. Это аль-кауль, валь-и'тикад, валь-амаль. Иман это сказать нужно словом ля илляха илляллах, также уверовать сердцем и также это подтвердить свой иман своими делами. Поэтому
Некоторые говорят, иман, это просто ля илляха Аллах говорит, все, я мусульман. Нет, ты должен подтвердить свой иман своими делами. Поэтому в этом хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, высшая степень имана ля илляха Аллах, когда ты говоришь языком, в низшей степени, когда ты рукой забираешь что-то, то, что мешает людям, это то, что дело твое. И третье, хая, стеснение, вот эта скромность из имана, когда ты сердцем подтверждаешь свою религию. И ученые говорят, что если иман делится на более 60 подразделений, значит, столько же более 60 подразделений в нифаке, есть в лицемерии. Если все эти соберутся вместе, тогда тоже человека можно называть мунафиком, но однако даже если все вот эти плохие качества лицемерия в нем будет, он не выходит из ислама, он остается мусульманином. Но для чего сказал нам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Как вы думаете? Почему тогда, если вот эти вот качества есть, это качество лицемера, но не выводит из ислама? Ведь Аллах в Коране говорит про лицемеров: «Иннал мунафикина фиддарки ласфани миннар». Поистине мунафики, лицемеры на самом дне ада будут. Почему тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил эти качества, но они не выводят из ислама? Для чего? Чтобы себя, наверное, в первую очередь смотреть, мы люди, чтобы не кого-то осуждать, а в первую очередь себя. Сахи. Да, чтобы самих себя, с себя начинать. То есть люди, знаете, в чем наша проблема? Когда просыпаемся, думаем, эх ты, это себя плохо ведет, это ослушался, да, валлай. Вот так просыпаемся и начинаем там обсуждать, люди начинают это такое, это. А про себя забываем, субханаллах. Себя нужно начинать, себя нужно. И вот как только человек себя изменяет, все вокруг у него изменяется в лучшую сторону. И второе, что? Чтобы как бы мы были бдительными. Как будто Аллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет сказать, мусульмане, вот эти качества не для мусульман, это для лицемеров, ты же не хочешь быть похожим на них. Даже если ты не будешь лицемером, не надо, возьми хорошие качества. Сахабы очень боялись. Ибн Абу Мулейка сказал: «Адракту саласина сахабиян хафа аля нафсихи нифак». Ибн Абу Мулейка сказал, говорит, я встретил 30 сахабов, сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые боялись, что они лицемеры. Представляете, сахабы боялись, лицемер я тут или нет. Субханаллах. Хамдаля был такой один из сподвижников. Один раз он, когда проходил мимо Абу Бакра радаллаху анху, Абу Бакр радаллаху анху самый великий из сподвижников. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если взять иман Абу Бакра и положить на одну чашу весов и всех других сподвижников на одну чашу весов, то иман Абу Бакра перевесит. Самый близкий друг посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был. И несмотря на все это, когда Хамдаля проходил, и этот хадис очень важный для нас, я валлахи, подошел к Абу Бакру и сказал: «Кейфи халик? Ну как ты, Абу Бакр? Альхамдулилля, ва кейфик я Хамдаля? Как ты, Хамдаля?» Он сказал: «Я Абу Бакр, инни ашъуру фи нафси ан-нифак. О Абу Бакр, я чувствую себя лицемерие. Я лицемер». И начал плакать. Уэбки. Говорит, что с тобой случилось? Почему ты лицемер? Говорит, субханаллах. Говорит, когда я вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, нахожусь, мой иман поднимается. Я ни о ком, ни о чем не думаю, кроме об Аллахе, субханаху ва тааля. А когда я возвращаюсь к своей семье, забываю лекции посланника Аллаха, то есть уже только думаю о семье, об дунье. Тогда Абу Бакр, радаллаху анху, сказал, клянусь Аллахом, у меня такое же, говорит, состояние, как у тебя. Я тоже так же. Пойдем, подойдем к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда подошли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали: «Я, Расул Аллах, инна фия нифак, о посланник Аллаха, я чувствую в себе лицемерие, я лицемер». И когда рассказал причину, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я хамзаля, о хамзаля, лау ла иманука язиду ва янкус, ла назалит ил малайкату мин ас-сама, ва ла сафахатка фи ат-турукат ва фи ал-маджалис». О хамзаля, если бы твой иман бы не поднимался бы и не опускался, то бы ангелы бы спускались с небес и пожимали бы тебе руку. Где бы ты ни был. Что имеется в виду, что только у ангелов иман не опускается. Всегда они ля ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Они никогда не ослушаются Аллаха, и все, что Аллах им показал, они делают. То есть Аллах их так сотворил, только поклоняется Аллаху. Аллах сотворил кого-то из ангелов в земном поклоне, кого-то в поясном поклоне. То и делают, что поклоняется Аллаху. А когда в судный день Аллах субхана ва тааля скажет этим ангелам: «Ирфау русикум», посмотрите на меня, когда увидят, какой прекрасный, какой красивый, какой великий Аллах, они скажут: «Раббана наб ما عبدناك حق عبادتك». О наш Господь, мы должным образом тебе не поклонялись, несмотря на то, что всегда не были в поклонении. Поэтому, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хамдаля», если бы твой иман бы не отпускался и не поднимался, ангелы бы тебя пожимали руки, то есть они бы тебя пожимали руки. И тогда: «Валякин я хамдаля, фа иннаха саа ва саа». Но однако хамдаля,
это в нашей жизни час, то есть час для ахирата, час для дунья. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, почему Аллах, субхана ва тааля, приказал нам 5 раз в день молиться и в разные времена, чтобы ты поминал Аллаха, потом старался ради этой жизни, опять поминал Аллаха, опять старался. Потому что если человек полностью уйдет в дунья, он забудет об Аллахе, тормознуться время намаза. Даже мы в Саудии жили, учились, когда время, даже здесь, среди братьев, например, когда, как времена назначаем, не в 12, не в час, а после асра, брат, давай после дзухра, давай после. Вот так всегда в исламских странах назначается время. То есть, ага, тут ты только уходишь, тут остановка надо, вспомнишь об Аллахе. Аллах в Коране говорит, «Инна салата танхани аль-фахша валь-мункар, аля би зикр ля татмайну аль-кулуб». Когда человек вспоминает Всевышний Аллах, его сердце успокаивается, отдаляется от всего плохого, от всего запретного. И этот хадис нас обучает то, что если человек даже делает из тех вещей, которые, может быть, не из религии, но они не харамны, но тем, может быть, в этот момент они забывают о Всевышнем Аллахе, субхану ва тааля, и переходят на что-то на дунья, это не является лицемерием, так как думали. Но однако из-за богобоязни сахабов, из-за их великого вот этого таква, они уже аль-вара, они думали, что, как бы, может быть, я являюсь лицемером. То есть вот так вот они. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля яхша аля нафсихи ан-нифак илля аль-мунафик». Не боится за себя лицемерие, для себя лицемерие не боится никто иной, кроме как лицемер. То есть если человек думает, машаллах, я весь правильный такой и так далее, я не могу ошибиться, во мне не может быть лицемерие, значит, он есть лицемер, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, то есть вкратце то, что касательно это. И самое главное, что если, не дай Аллах, субхана, если человек станет лицемером, то это самое страшное, что может быть. Лицемер хуже, чем кафир. Почему? Потому что кафир, ты видишь, что его дела, неверующие дела, вот что он как бы, все видно. У лицемера нет. Он здесь себя так ведет, здесь там. Поэтому Аллах субхана ва тааля сказал, они будут на самом дне джаханнам, на самом дне ада будут лицемеры, сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля. Именно те лицемеры и атикады, у которых сердцем, которые именно сердцем, не на делах, а именно в сердце, в убеждении, а лицемеры. И самое главное, что когда мы с вами все, братья и сестры, когда нас, дай Аллах, субхану, много еще лет в этой жизни проживем, сделаем благой, много благих дел. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда спросили, кто самый лучший из людей, он сказал, «Мен атали умра ва хасуна амаля». Самый лучший из людей – это кто долго жил, и на протяжении своей жизни у него все дела были благими. То есть у кого была длинная жизнь и благие дела, это самый лучший из людей. Дай Аллах, много здесь благого сделаем, но все равно в итоге мы все вернемся в наши дома, в наши могилы, и всех нас, все мы уйдем из этой жизни, и к вечности, к Аллаху, субхану ва тааля. И вот в этот момент, когда человек будет отвечать на 3 вопроса, каждый из нас будет отвечать, «Ман раббук, ва ма динук, ва ман набию», «Кто твой Господь?», кто, «Какая твоя религия?», «Кто твой пророк?», верующий легко ответит, «Рабби Аллах, мой Господь Аллах, дини аль-Ислам, моя религия Ислам, Наби Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям». Тогда Аллах субхана расскажет, «Расстелите этому моему рабу ковер в рай, намажьте его благоуханиями рая, миском рая, пускай он будет, и откройте ему дверь в рай, пускай он видит свое место в раю». Тогда скажет, «Рабби акими са'а хатта рджи'иля мали ва ахли». «О мой Господь, сделай так, чтобы побыстрее наступил судный день, чтобы я вернулся к своей семье, к своему имуществу, которое ждет меня в раю». А лицемер, он что, неверующий не сможет ответить на этот вопрос. Лицемер скажет, «Ха ла адри, кунту асма'а ан-нас якулун фанасит». «Я не знаю, я помню, что-то люди говорили, но забыл». Хотя есть такие лицемеры, которые лучше знают ислам, чем мусульмане. Например, есть некие востоковеды, которые пишут такие книги, такие вот труды, томы. И так они разбираются в религии ислам, но они при этом неверующие. То есть неужто они в тот момент, когда будут нуждаться, ответить на эти вопросы, не смогут ответить на эти вопросы. Почему не смогут, задается вопрос? Потому что в судный день и в могиле, в барзахе, не будет такое понимание, как акль, как разум. Разум Аллах нам дал в этой жизни, чтобы отличить хорошее от плохого, халяль от харама, чтобы правильно выстроить приоритеты в этой жизни. Но однако там, что будет говорить за себя сердце? Поэтому Аллах в Коране говорит в сурате Аль-Худжурат, «Калят иль-а'рабу аманна». Сказали бедуины, мы уверовали. Аллах субхана ва тааля говорит, «Куль лан тумину». Скажи, вы не уверовали. «Валякин кулю аслямна». Однако скажите, мы только приняли ислам. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Когда зайдет иман, вера в ваши сердца, тогда сможете сказать, что вы уверовали. Отсюда, что Аллах в Коране говорит, касательно Корана, بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ Коран – это разъясняющий знамение в сердцах обладателей знания.
إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Поистине Коран это не послание от Господа миров. Аллах послал вместе с Кораном самого лучшего ангела Джибраиля алейхиссалям на самое лучшее и сердец аля قلبك на твое сердце, сказал Всевышний Аллах пророку Мухаммеду, не сказал на твой разум, на твое сердце, дабы ты был из числа увещевателей, на самом лучшем, прекрасном на языке арабском языке. Поэтому Коран, он здесь в сердце, иман, это здесь в сердце. Поэтому если у нас будет, альхамдулилля, иман с вами, да Аллах, чтобы он сохранился в наших сердцах, тогда мы легко ответим на эти вопросы. Но если у человека был именно иман на уровне языка, но не проникло в сердце, тогда он не сможет ответить. Поэтому, если, поэтому этот лицемер, который и'тикад, да, у которого вот большое лицемерие, который не любит Аллаха, не любит посланника, так он тут себя так ведет, там себя так ведет, именно враждуясь с религией Аллаха Субхану ва Тааля, какие бы у него знания не были об исламе, сколько бы у него благих дел не было, он не сможет, потому что не проникло это ему в сердце. Поэтому просим Аллаха Субхану, что самое, что великое, знаете, что самое великое, что мы можем беречь, это наши сердца, чтобы не проникло в эти сердца какое-то, какие-то даже вот эти вот дела лицемеров, чтобы в наши сердца не проникло любовь к этой дунья, то, о чем мы с вами говорили, а была любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям больше всего просил дуа: Аллахумма я мукаллиб аль-кулуб саббит кальби аля диник. О Аллах, переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. И тогда супруга пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям Аиша спросила: "Ва тахша аля нафсика я расулуллах?" За себя ты боишься даже, посланник Аллаха? То есть если Аллах не твое сердце убережет, тогда чье? На что сказал: "Ума юдрика я бинту саддик фа инна кулуб аль-ибад байна усбуин мина сабир ар-рахман юкаллибуха кайфа яша". Откуда тебе дано знать, о дочь правоведного, то есть о дочь правдивого саддика, Абу Бакра саддика, Аиша, дочь Абу Бакра саддика? Поистине сердца людей в руках Аллаха, как хочет, так он их переворачивает. Поэтому даже посланник Аллаха больше просил дуа: защити мое сердце. Поэтому самое, что мы можем просить у Аллаха дуа, касательно того, что мы услышали, чтобы Аллах Субхану ва Тааля уберег наши сердца от нифака, от ширка, от показухи, от гордыни. Даже вот, например, Иблис ослушался Аллаха, но Аллах его не простил. Адам тоже ослушался Аллаха, Аллах его простил. Почему простил? Аллах Субхану, почему простил Адама, а почему не простил Иблиса? А? Первый винил себя, второй винил Всевышнего. То, что Иблис сказал, что это ты сбил меня, Всевышнего. А второй сказал, я оступился, да, то есть себя. Покаяние. Нет, что? Тауба, да. Хорошо, тут тоже он просил у Аллаха отсрочки, но тут же у Аллаха проклял. Высокомерный очень был такой. А? Высокомерный такой очень был. Высокомерный был Иблис? Да, да. А Адам? Он сказал, что сотворил. У Адама были грехи разные. У Адама был какой грех? Шахва. Была страсть. Была страсть. Он что сделал? Съел запретный плод. И что он? Аллах Субхану ва Тааля хулика линсану даифа. Аллах сотворил человека слабым. Он попросил Аллаха прощения, то, что он взял и съел то, что Аллах ему запретил. А у Иблиса что? Ана хайру мину. Халактани мин ан-нар ва халактаху мин тин. Я лучше, чем он. Я лучше, чем Адам. Ты меня сотворил из огня, его сотворил из глины. Возгордился, высокомерие. Поэтому Аллах в Коране что говорит? Валлаху юриду ан ятуба алейкум. Аллах Субхану ва Тааля хочет простить вас. Аллах любит даже тех рабов, которые грешат, после этого просят у Аллаха покаяния. Но Аллах не любит мустакбирин. Аллаху ля юхиббу мустакбирин. Всевышний говорит: Аллах не любит высокомерных. Поэтому Субханаллах в хадисе аль-Кудси Аллах Субхану ва Тааля сказал: аль-иззу изари валь кибрия уридаи фаман назаани фихи азабту. Из, почет — это моя одежда, говорит, моя рубашка, сказал Аллах Субхану ва Тааля. Валь кибрия уридаи, высокомерие — это моя одежда. Фаман назаани минни азабту. Кто хочет снять с меня эту одежду, я его накажу, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть имеется в виду, что только для Аллаха принадлежит это высокомерие, величие, только Аллах Субхану ва Тааля, ему только принадлежит. Все остальные, все рабы, только Аллах Субхану ва Тааля один создатель, творец. И когда вот даже мы на хадж едем, мы понимаем, тут все вместе собираемся, там и президент, там и король, и там студент, там, и там у одного черный цвет лица, у другого красный, у другого белый. Все одинаковые перед Аллахом, все мы рабы, и вот сегодня только один великий Аллах, мы в одних храмах. Сегодня великий только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, все мы остальные рабы. Вот тут конкретно мы это понимаем. И даже когда судный день соберет нас Аллах Субхану ва Тааля, куллюхум атихи йаум аль-кыямати абида, каждый человек в судный день будет рабом Аллаха Субхану ва Тааля, каждый является рабом в этой жизни. Поэтому вот это, уважаемые братья и сестры, если мы будем искренне просить у Аллаха, чтобы не проникло в наши сердца высокомерие,
то, альхамдулилля, тогда мы сможем спасти, иншаллах, наши сердца и правильно идти по пути, тому пути, которым довольствуется Аллах, его посланник, и в итоге, альхамдулилля, в этой жизни обрести довольствие Аллаха. И нету ничего после довольствия Аллаха, кроме как вечного рая Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Джазакум ва хайр.